Итак, небольшой обзор на кулер Game Max. Бедный Макс 200T. Внутри у нас находится сам кулер. Он какой, на 120 вентилятор. И тут видно площадка для установки. И вот такие фишечки. Термопасту лучше выделить. Две трубки. И сейчас мы будем устанавливать Core i9. Не шутка. На самом деле он будет устанавливаться вот здесь со старым говном на 775 сокете. Здесь вот такая вот странная пластина. То есть универсальная по 775 сокет и на 1150 кай всякий. Так, небольшой баг заметил. В инструкции они предлагают прикрепить сначала установочное кольцо, а затем прикрепить радиатор. Вот, но проблема в том, что здесь стоят радиаторы, и они мешают прицепить уже радиатор после. Поэтому вот так сначала прикрепил его к кольцу, и сейчас буду устанавливать все вместе. Если будете собирать тоже все сразу вместе, то пистоны тоже сразу засуньте, а то потом их не поставить. Ну и все, вот так вот защелкиваем пистоны по периметру. И вроде бы все установлено. Под нагрузкой вот получается 72-73 градуса в бесшумном режиме. Процессор Core Quad Q9400 вместо штатной частоты 2,66 работает на 3,6 ГГц. Вот температура.